Безруков перестал скрывать внебрачных детей. Не секрет, что во время брака с Ириной Безруковой актер имел отношения на стороне. Позже он и вовсе ушел к режиссеру Ани Матисса, с которой они сейчас счастливо женаты и воспитывают дочь Машу. Но от романов на стороне у Сергея Безрукова есть двое детей, про существование которых все узнали еще в 2013 году. Теперь же актер перестал скрывать наследника и позирует на публичном мероприятии с Иваном и Анастасией. Вся семья осталась под огромным впечатлением от спектакля, а поклонники – от того, как выглядят небрачные дети Сергея Безрукова. Теперь все предвкушают интервью или фотосессию Безрукова со старшими детьми. Напомним, что ранее Сергей Безруков упоминал о внебрачных детях в интервью.